Всем привет, с вами Настя, и вы на канале Toscana Bags. Я всегда предлагаю в комментариях оставлять темы для видео, на которые вы хотели бы увидеть следующий ролик. И сегодня у нас именно такой выпуск. Одна из наших зрительниц попросила снять ролик о стиле Мелании Трамп. С удовольствием делаем. Вообще, Мелания Трамп – это тот случай, когда леди не рождаются, а именно становятся. Это понятие включает в себя не только социальный статус, но и умение держаться в обществе и, конечно же, выглядеть сногсшибательно. На протяжении жизни Меланию Трамп сопровождают многочисленные выходы в свет, благодаря ее карьере модели и, конечно же, знакомству с Дональдом Трампом. Родилась она в Словении, поэтому ее путь до Голливуда был действительно долгим. Но если говорить непосредственно о стиле, то с конца 90-х годов Мелания Трамп отдавала предпочтение двум цветам – черному и белому. Такой маленький секретик, как выглядеть всегда уместно. Как правило, она выбирала или темное платье на тонких бретелях, или светлое плиссированное. Украшения и обувь – это минимализм и классика. Босоножки на тонких ремешках – и незаметные украшения, но, конечно, из бриллиантов. Силуэты нарядов были на самом деле достаточно идентичными. Они подчеркивали красивую фигуру Мелании, но не перетягивали внимание от ее лица. Кстати, среди всевозможных ярких расцветок Мелания предпочитала именно фуксию. После одного из ее выходов в свет в ярко-розовом в этом цвете ходили буквально все. Даже миссис Клинтон появилась на благотворительном ужине в ярко-розовом платье-пальто. Мелания хоть и далека от модных тенденций, но тем не менее сама стала законодательницей моды. В одном из интервью она даже говорила: «Я ношу то, что нравится, и посредством этого рассказываю свою историю». Вообще два столпа ее стиля – это однотонность и минимализм, и она проносит их сквозь годы. Как правило, это вещи без ярких принтов и каких-то акцентов, без декора, но тем не менее идеально скроенные и посаженные по фигуре. Единственный значимый акцент в образе Мелании может сделать, когда надевает меха, конечно, чтобы подчеркнуть свою статусность. И очень красиво они смотрятся именно в комплекте с классическими лодочками Manolo Blahnik. Это, кстати, любимый бренд обуви Мелании Трамп. Такая выдержанная и достаточно сдержанная эстетика практически не помнит провалов. И когда Дональд Трамп стал президентом, то его команда взялась за имидж Мелании Трамп. И на самом деле оказалось, что здесь работать практически не с чем. Стилисты лишь немножечко снизили градус сексуальности, убрали из гардероба Мелании Трамп платье с глубокими вырезами и декольте и поместили туда более интересные модели. Например, добавили блузы с расклешенными рукавами и асимметричные комбинезоны. Кстати, один из таких комбинезонов стал предметом споров и лишних пересудов. Ведь именно в нем Мелания Трамп появилась в ночь перед выборами президента. Все дело в том, что автором одеяния был Ральф Лорен, и он готовил наряды для Хиллари Клинтон на протяжении всей президентской гонки. Ну и поэтому выход миссис Трамп в его наряде многими воспринимался как издевка. Но мы с вами не будем забывать, что Ральф Лорен – это один из главных дизайнеров Америки. И надев комбинезон его производства, Мелания Трамп лишь подчеркнула, что готова стать первой леди государства. Кстати, много лет назад, когда Мелания Трамп еще не подозревала о стремительном карьерном росте своего мужчины, она говорила, что может стать одной из классических первых леди Америки. Ее ориентиром в то время была Жаклин Кеннеди, которая славилась своим безупречным вкусом и дружбой со многими модельерами. Но когда Мелания Трамп стала первой леди, конечно же, сравнений избежать не удалось. Ее сравнивали не только с Жаклин Кеннеди, но и с Мишель Обамой. Я решила пофантазировать и представить, какие модели бы выбрала Мелания Трамп, если бы пришла в Toscana Bags. Первая модель, вот такой вот лаконичный клатч, идеально подойдет для светских выходов и приемов. Кстати, модель, несмотря на свои миниатюрные размеры, достаточно вместительная. У нее внутри два отделения, посерединке есть отделение на молнии и также кармашек открытого типа. А еще в комплекте есть пара ремешков. Один пошире, и он коротенький для того, чтобы носить сумочку на плече. И второй вот такой вот, он поуже и подлиннее, и, кстати, регулируется, поэтому носить сумку можно и кроссбоди, и просто на плече в длинном варианте. Стоимость этой модели 6650 рублей, и в ассортименте она есть в разных цветах. Следующая сумка – лаконичная и очень уверенная в себе классика. Мне кажется, именно с такими моделями Мелания Трамп очень часто появляется на публике. Эта сумка выполнена из гладкой кожи, здесь интересный декор в виде таких волн, и у нее строгие ручки, что тоже задает тон. Носить можно, кстати, и вот в таком вот варианте при помощи сменного ремешка. Эта сумка закрывается на молнию. Внутри у нее два отделения, а посерединке есть отделение на молнии. На задней стенке кармашек на молнии,
А на передней два кармашка открытого типа. Здесь тканевая подкладка черного цвета. И, конечно, кармашек быстрого доступа. Он находится на задней стороне сумки и закрывается на молнию. Стоимость этой модели 7970 рублей. Еще одна модель достаточно объемная, потому что Мелания Трамп очень часто попадает в объективы светских фотографов именно с объемными сумками. Это шопер на коротких ручках, тоже из гладкой кожи. Давайте заглянем внутрь. Закрывается он на магнитную застежку, и внутри есть специальная косметичка. Косметичку можно достать, и на задней стенке есть кармашек, который закрывается на молнию. Он формата кошелечка для самых необходимых мелочей. Сумку также можно носить на плече на сменном ремешке. Он отстегивается и регулируется. И стоимость этой модели 7670 рублей. Кстати, есть в разных цветах. Кстати, не только Мелания, но и вы можете прийти в Toscana Bags. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться можно на сайте или у нашего менеджера. Также у нас есть магазин на станции метро Дыбенко, торговый комплекс Невский, буквально 1 минута ходьбы от метро. Магазин работает с 10 утра до 10 часов вечера. А также посмотреть ассортимент и сделать заказ можно на нашем сайте. Кстати, по России при помощи Почты России мы доставляем заказы бесплатно, если в них есть сумочка по полной стоимости. Ну а вы обязательно напишите в комментариях, о ком рассказать в следующий раз. Я прощаюсь с вами до следующих роликов.